И снова привет, наши любимые болельщики. Мы опять выходим в эфир с нашим проектом накануне. Накануне четвертьфинального матча против саратовского «Протона». Нас ждет впереди первая игра. Игра, которая состоится у нас в Калининграде 14 апреля. Начнется в 19:00. А вместе со мной теперь не только Екатерина Орлова, но и Елена Литовченко. Вот такой приятной компанией мы с вами проведем некоторое время и поговорим о саратовском «Протоне». Итак, девушки, давайте, наверное, начнем с Кати, потому что Катя, если вы вдруг забыли, играла у нас в саратовском «Протоне» когда-то. Да, Катя? Да, всем привет. Мы уже разговаривали о «Протоне», когда наша команда отправлялась к ним на стадии регулярного, да, чемпионата. Саратовский «Протон», назовем его, не очень удобный противник для нас. Всегда игры с «Протоном» складывались достаточно сложно. И 3-2 победа была, и 3-1. Но это в этом сезоне, Катя, имеет в виду. 3-2, 3-1, 3-2 у нас дали. В кубке было на предварительном этапе. Да. Вот, там пятая партия вообще, по-моему, 16-14. Да, очень такая боевая игра получилась, нервная, я бы сказала, неровная совершенно. То есть спады были у обеих команд, то есть и как-то они так синусоидно проходили, у одних спад, у других подъем. И поэтому не знаю, чего именно стоит ожидать в домашнем матче, когда играет «Протон» на своей площадке. Да, я вот это имела в виду, да, что это там играть сложнее. Очень сложно. Угу. У нас большой плюс, что мы начинаем дома на нашей площадке. Да, у них очень, несмотря на то, что у нас в Калининграде все-таки, наверное, самая мощная поддержка в стране, там тоже очень любят волейбол, ходят, зал всегда полный, пусть он и не такой большой, но поддержка всегда колоссальная. И так скажем, она иногда немного агрессивная. Наши девушки не всегда привыкли сталкиваться с такой агрессией от болельщиков. Я не говорю агрессия в плохом смысле, но, тем не менее, давление определенное ты ощущаешь. Ну, то есть, может быть, вообще поговорить с нашими болельщиками, чтобы они тоже были чуть поагрессивнее? В хорошем смысле этого слова. Не знаю, я бы... наших болельщиков все любят именно за то, что в Калининграде самая домашняя атмосфера. Что они самые адекватные, да, наверное. И это, наверное, наш конек, поэтому давайте сохраним его неизменным. Они все равно наш седьмой игрок, помогают лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому, да, не будем к ним предъявлять вообще никаких претензий. Пусть все будет как есть. Вот. Но, да, пожелаю нашим девушкам концентрации именно на поле Саратова в ответном матче. У нас, я думаю, я надеюсь, что все пройдет хорошо, если мы сохраним тот настрой, который уже проносим через несколько игр подряд. Я думаю, что проблем особых не будет. Но не забываем о том, кто главный тренер «Протона» – Юрий Марычев. Кать, ты с Маричевым работала, да, расскажи. Да, я с ней работала и в сборной, и в «Протоне». Всем хорошо известен Юрий Николаевич. В первую очередь, наверное, своими такими какими-то фишками. Как желтые карточки, да, например, это удалиться во время матча. Да, такое тоже было. И Юрий Николаевич возьмет кучу видеопросмотров, да, чтобы сбить ход игры противника. Было там касание, не было, он все равно это сделает. Также Юрий Николаевич любит привлекаться, вести какие-то разговоры и с судьями. Это все равно как-то сбивает ход игры. Прессинг такой, да, 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 постоянно. То есть вот это от него наблюдается в каждой игре. Лен, кого бы ты выделила бы? Но наверняка Юлию Максимову, да, диагональная, которая, да, неожиданно оказалась на третьем месте по результативности в Суперлиге, по итогам предварительного этапа. Давайте посмотрим. Да, безусловно, да. Юлия Максимова очень здорово, ей помогает Сара Лозо, это их сербский легионер, и она действительно очень круто вписалась в команду. Несмотря на то, что она не обладает какими-то выдающимися физическими данными, она очень технична и очень результативна в своих действиях. И очень прыгуча, надо заметить. Она же не очень высокого роста, но
Да, именно. И именно вот за счет своей техники она действительно приносит грандиозную пользу команде. Плюс их центральная блокирующая Виктория Пушина, которая возглавляет рейтинг самых результативных центральных блокирующих нынешнего сезона. И это тоже действительно открытие. Очень она шикарно проводит этот чемпионат. Наверное, надо вспомнить еще об одной волейболистке Протона, молодой Анастасии Черновой. Да, Лен, Чернова игрок молодой, но уже в этом сезоне потрепала нам немного нервов, да? Да, она как раз-таки из тех молодых дарований, кто действительно одарен еще и физически. И у нее очень взрывной, мощный прыжок. Мало игроков обладает именно такой техникой разбега в прыжке, и это немножко вышибает, поскольку обычно разбег немножко плавнее, у тебя есть время подстроиться под удар, с ней это сложнее выполнить. Этим она и берет, у нее довольно быстрая рука, то есть действительно она очень доставляет много неудобства. Несмотря на то, что она еще молодая, и, возможно, стабильность в нападении, в результативности она придет, пока... К сожалению, не каждый матч она может показывать... Ну, к сожалению, для Протона, скажем да, так. Да, может показывать такой мощный результат, но на игры с Локомотивом почему-то каждый клуб настраивается по-особенному. Я не знаю, с чем это связано, но это факт. И как бы я думаю, что да, и в этой игре с ней тоже стоит направить силы на то, чтобы остановить ее атаку, поскольку в предыдущих матчах она выделялась. У нас сейчас произошли небольшие изменения в команде, да, и, наверное, благодаря этим усилениям Яне Щербань, которая к нам недавно присоединилась, тем самым мы должны усилить прием. Яна довольно опытный игрок, которая играла и в сборной, да, в Москве на протяжении, там, уже не помню, с каких сезонов. С 14-го года. Да, Яна занимала основное место в составе. Была основным из принимающих. Ее приход должен усилить, да, нашу общую игру и, наверное, игру даже в атаке. Может быть, Яна не такой силовой игрок, да, как Ирина Воронкова, но у связки будет больше, наверное, вариативность, куда направить свою передачу. А потом Яна игрок техничный, надо отметить, да, и... Не то, что она не берет за счет мощи, как, например, иногда Ира Воронкова, да, она делает за счет техники. Даже вот в единственной этой игре, да, которую она провела за Речи Одинцова, Яна доказала это, что она может в любой какой-то сложной ситуации, да, или в неудобной, ну, отыграться, чтобы не проиграть мяч. Болеем за Лука, готовимся прийти на матч 14 апреля и помним, что будет не только волейбол, будет замечательная атмосфера. Будет концерт группы «Мысли вслух», который вам уже наверняка полюбился. Будет предматчевая программа, аниматоры, бесплатная сладкая вата, фотозоны и много всего интересного. Приходите, мы вас ждем, болейте за «Локомотив». До встречи в Дворце спорта «Янтарный». Пока!